Всем добрый день! Сегодня у нас на календаре 13 января. Как же быстро пролетело время! Сегодня мы уже встречаем старый Новый год. Я сейчас нахожусь на пересечении улиц Харьковская и улица Мира. Перейду дорогу. В этом районе находится несколько мебельных магазинов. Также находится центр сантехники, Сантера он называется. Евролюкс, торговый дом. Здесь точно так же можно купить все для ремонта и сантехника, и ламинат, и линолеум, и ковролин. И если чуть-чуть пройти вперед, на пересечении улиц Таманская и Харьковская находится семейный Магнит. Ну а я сегодня хочу пройтись по улице Мира. Вообще улица Мира, она же очень длинная. И она тянется от Таганрогского залива, от набережной, и до лимана. Если от набережной и до центра я в той части улиц часто хожу, то здесь, конечно, я бываю крайне редко. И вот хочу немножко пройти по этой улице, посмотреть, какие здесь домики, ну и вам показать. Улица широкая, она проезжая, эта улица. Здесь много машин, движение такое активное. Как птички поют. Сегодня у нас немножко пасмурный день, но с прояснениями. Температура воздуха плюс один уже сегодня. Ночью был заморозок. Минус три было ночью. Ну а сейчас уже прям потеплело так хорошо. И ветра нету. Его вообще нету сегодня. Полный штиль. Вот он за несколько дней, ну буквально, наверное, два дня, ну скорее всего нет, наверное, даже три дня он так это хорошо подул, ветерочек. Он все уже, я думаю, обессилил. Ай, поэтому наступили комфортные, теплые дни. Я сейчас подхожу к улице Орловская. Буду ее скоро переходить. Здесь магазинчик Ассорти Экспресс, продуктовый магазин. Ну, заходить, конечно, я не буду. Вот эта улица Орловская. В ту и в другую сторону. Улица Мира вся асфальтирована, а Орловская нет. Такой крепкий, хороший, добротный забор. А ночью прошел небольшой снежок. И сейчас он подтаял, и асфальт мокрый. Потому что я, когда вышла из дома, стояли машины на северной стороне улицы. И видно было под машинами свежие снежинки. И вот уже улица Богдана Хмельницкого. А яичане называют эту улицу Богданка. Богданка, так и зовут все. Так, я, наверное, сейчас пойду по Богдана Хмельницкого. Да, и мне хочется посмотреть на лиман, как он там себя чувствует. Здесь машинки летают. Движение очень активное.
еще с поворотом, да еще и под гору. И спуск, и подъем. А вот это улица Свердлова. Все они упираются в улицу Богдана Хмельницкого. Я перешла дорогу и иду вниз по Богдана Хмельницкого к лиману. Машинки шустрят. Да, ветерочек такой уже чувствуется. Воды всегда прохладненько, даже летом. А что уж говорить про зиму. Зимой всегда холоднее. Здесь можно спокойно перейти дорогу. Так, я по-моему вижу, там катаются. Да, парашют в небе видно. Перехожу железнодорожные пути. Вот этот замороженный лиман. Пока не оттаяло, хочется понаслаждаться. Все равно красиво. Пусть даже холодно, пусть ветерочек. Пусть вода замерзшая. Но хочется полюбоваться, посмотреть. Я вот так вот пройду вдоль ЖД путей. Посмотреть, что же там такое, что за парашют летает. Я не знаю, вам-то, наверное, скорее всего, не видно. Но мне видно. Я спущусь поближе ко льду. Там катаются на санках. Ой. Да, точно. На саночках по льду. Ой, как классно. Он аж шумит, слышно мне. Это шум от санок. Конечно, от санок. Лед-то ровный. А тут вода, кстати, тут вода. Вот она, вода. Я не знаю, вам видно или нет. Ну вот если приглядеться, вот они, волны, небольшие, вода. А я-то думала, выйду на лед, прогуляюсь. Нет, не тут-то было, ребята едут. А сюда нельзя. Они катаются там. А что, там нет воды? Странно. Так, камней навозили, берег укрепляют. Правильно, потому что вот здесь постоянно движение. Наверное, я зря здесь пошла. Хотя, может быть, я и пройду здесь. Может, и не зря. Но если будет зря, поднимусь наверх. Вот так все здесь обледенело.
Вот это вот все промыло, все вода. Все это вода. Прям так хрустит под ногами. Это, наверное, пена была. Нет, снег прям. Настоящий снег. А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он едет. Поближе посмотреть. На коньках, что ли? Или на чем, я не пойму. Или на сапогах. Я, конечно, не вижу отсюда, на чем они катаются. Скорее всего, наверное, на сапогах. Но опасно. Потому что вода, ну вода около берега, но все равно опасно. Так, я вот здесь вот сейчас пойду, мимо камушек, по песочку, а песочек-то помягонький. Так приятно на него вступать. А вот в этой части лимана воды нету. Здесь лед. Вот они теперь едут вдвоем, парой. Взрослый и подросток, по-моему, там. На коньках они катаются, да, вот теперь я вижу, на коньках. Визжат. Ой, представляю я, сколько там эмоций, сколько радости. А еще чайка. Одна единственная прилетела. Вот она. На уровне. Вот она и чайка полетела. Хорошо ее видно. Ну это баклан. Ух, как быстро летит. Так, теперь. Ага. Уже у них упряжка, все, отцепились. Так, малыш сзади на коньках. На ватрушке классно, конечно. Еще бы. Впереди папа с парусом. А может, мама. Даже я и не пойму, кто. Опа! Ой, как классно. Нет, скорее всего, что это папа. Вот как круто. Вот это отдых. Какие молодцы. Да-да, папа там и двое детей, девочка и мальчик. Классно. Будьте аккуратны, здесь вода около берега. Не слышно им. Все, поехали.
Тут вода недалеко. Вот это для меня прям аж. Вода рядом. Вот здесь видно прям вода. Вообще я даже дно вижу. Вот это место насквозь прозрачное, дно видно. Так, они отдыхают. И снова поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, что-то потеряли. Нашли. Классно на парусе, конечно. Будьте аккуратны, около берега вода. Около берега вода, будьте аккуратны. Услышали. Все, снова поехали. Ух, красота! Здорово, накатаются сейчас. Молодцы, молодцы. Ну все, я пойду домой. Ай, как здорово, ай, как здорово. Опа! Ого, ого, ого! О, тормози! Ветер подул, и все. Еще немного, и вода. Молодец. Затормозил. Все, пошла домой, я не могу смотреть больше. Хоть интересно, конечно, но смотреть не могу. Все, выключаю камеру и возвращаюсь домой. Вот то место, с которого я позавчера уходила. Дорогие мои подписчики, дорогие мои друзья, я вас всех поздравляю с наступающим старым Новым годом. Я всем вам желаю прекрасного теплого настроение, отличного самочувствия, радости в душе, мира на земле. Всего вам самого доброго и наилучшего. И всем пока-пока-пока-пока.